Всем привет, друзья, из теплого и в данный момент не такого уж и солнечного Дубая. Хотел бы вам быстренько вкратце рассказать о том, как проходит здесь карантин. Власти здесь подходят к этому вопросу очень серьезно. Сейчас мы на полном локдауне, то есть город, ну вот буквально только-только согласовал о том, что снова открыты рейсы в определенные страны. Мы были закрыты до недавнего времени полностью. В то же время сейчас на улицу нельзя выходить без специального разрешения. Перед тем, как выходить, вы регистрируетесь на специальном портале и получаете пермит на то, чтобы выйти на определенный отрезок времени, который вы указали по определенным целям. В то же время, если вы пошли в аптеку или в супермаркет, вы должны сохранять эти чеки на случай, если вас остановят по пути обратно. Ежедневно сейчас уже 24 часа в сутки, изначально это было с 8 вечера до 6 утра, проходит полная дезинфекция улиц Дубая. Выходят специальные отряды, которые дезинфицируют даже дороги, проезжие части, шоссе. По улицам летают специальные дроны, распыляющие аэрозоль, убивающий вирус. Движение метро пока что полностью приостановлено, зато цены на такси сбросили ровно в два раза, и стартовая позиция счетчика тоже сброшена в два раза. Население здесь довольно сознательно, все ходят в масках, многие ходят в одноразовых перчатках. Войти в супермаркет невозможно более без маски и без перчаток. Перчатки выдаются на входе для тех, кто не успел или не смог приобрести по тем или иным причинам. В то же время на входе в каждый супермаркет у вас проверяют температуру, чтобы убедиться, что вы не больны. Также еще одно нововведение, которое нужно учитывать при формировании своего пермита на то, чтобы выйти на улицу. Сейчас очередя в супермаркеты формируются вне самого маркета и могут достигать метров 10-15, выходя наружу помещения. То есть вы ожидаете своей очереди, пока предыдущие клиенты маркета выйдут из него, и только тогда запускаются новые. На этом из наиболее актуальных новостей у меня все, ребят. Будьте осторожны, будьте бдительны, сознательны, ходите в масках, перчатках, а лучше вообще оставайтесь дома. Всего вам хорошего, пока-пока.